Вообще, младший сын президента старается всячески избегать попадания в официальную хронику. В неофициальной. Вот он промелькнет в кадре за пару секунд до появления президента, вот внимательно слушает ответы отца. А во время езды в президентском авто Николай Лукашенко на заднем сидении за звукорежиссера. Петлички одеть, да, Николай? Нет, все уже работает. А, все работает, да?